Друзья, приветствую. Вот буквально пару дней назад ходил на щуку с балансирами, с вейбами. Ну и багрилась мелкая рыбка. Да что такое? Вот этот номер. То плотва, то уклейка. Вот так вот. Хищница, что ли? Опа. 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 Обалдеть. У вас что, тут кишит, что ли? Чего вы багритесь-то постоянно? Опять уклейка. За брюхо. Нормально. Я щуку ловлю, щуку. Посмотреть, началось ли движение рыбы. Будет ли клевать уже на мелких так бы участках реки. Пробурив лунки, заметил, что выходит трава, ряска из лунок вместе с водой. Значит, тает все, стекает в реку, лед еще не дает расшириться как бы на воде, поэтому, видимо, выдавливает через лунки. Вода тоже мутная в лунках. Ну, посмотрим, будет ли клевать что-нибудь. Может быть, несколько рыбешек возьму коту в подарок. Что, посмотрим. Мелочь, мелочь. Медленное покачивание. Ага, есть. Вот так вот. А, вот ты кто тут такой. Вот. Радость кошачья. Гвозди кубик. Опарыш подсадил. Еще плотвичка. Коту гостинчик принесу хоть. Ловил на безмотылку. Что-то не особо там. Две поклевочки подсадил на гвоздикубик опарыша. И начались поклевки. Вот сейчас обычной удочкой, как говорится, на стоячку. Мормышка такая, дробинка. Вот. Насадил опарыша и крючок. Сантиметра 4, как бы поводок от основной лески. Тоже опарыш. Да, вода мутная. Сейчас попробуем на стоячку. Что получится. Глубину я уже отмерил. Ну, поклевки пошли. На стоячку больше ничего не клевало. Плотвичку поймал. На такую вот проводку вот. От 1 сантиметра 15.
и легкие такие покачивания, ну как и на безмотылку. И тогда что-то еще клюет. Вот. Покачаешь опять. Ну, вот, поклевки начинаются. Просто стоит удочка. Молчок. Опять вот покачаю. Ага, и поклевка начинается. Видимо, рыбка очень мелкая. Никак не заглотит. Ну, хотя засекались и меленькие. Но там гвозди кубик у меня очень маленький. Возможно, и удавалось проглатывать. Перочка. Заколотила довольно-таки далеко. Мормышку взяла. А я думаю, что она там дёрг-дёрг, потом подняла и никаких движений. Она, оказывается, сидит. Клюет довольно-таки мелкая рыбка. Отпустишь, сразу перестает почему-то клевать в этой лунке. И клюет почти в каждой лунке. Мелкая, плохо засекается. И вот да, вот стоит удочка, ничего, вот чуть-чуть покачиваешь, поклевки тогда происходят. Ну что, это мы, конечно, выпустим. Ладно, пойдем сейчас прямо у самого, под самым берегом. Так, если бегать по лункам, можно что-то наловить.
что, уже сидит, что ли? Да. Странно, на опускание взяла. И на мормышку. Да заглотила-то как ее. Прям в самый туда. Мелковато. Все равно интересно. Я хоть и на удочке не очень, но все равно интересно. Даже под самым берегом рыбка есть, и он поклевывает. Так, ну что это? Выкинем. Так, пойдем. Дальше. Рыбалочку свою. Клевала почти в каждой лунке. Подходишь, забрасываешь. Немножко покачал, клюнуло. Рыбку туда выпустил, перестает клевать. Ну и так вроде как бы поклевывает. Рыбка рассредоточилась уже по водоему, уже, видимо, гуляет. Поймал я коту немного рыбы. Пусть порадуется. Вот такая. Ну а я домой. У нас запрет на щуку. Может быть, еще выберусь на лед, не знаю. По судочкой половлю. Ну так-то всем до скорого. Всем не хвастанешь, шуи. Пока.